это мерзкая, рутинная такая фаза, на которую у человека, как бы, куда более в бытовом смысле опытного типа меня, ушло бы недели две. Я так понимаю, что тебе надо восстановить водоснабжение квартиры, да? Паспорт тебе надо восстановить, с этого надо начать просто. И третий момент, очень существенный. Скажи, почему тебя в эту квартиру не пускают? Не, ну погоди, это же те соседи, которых ты залил. Ну, сантехника вышла из строя. Твоя, значит, залил их ты. Смысл в том, что тебе надо... О, блин, Женя, это отдельная тема. Есть у тебя человек, которому я мог бы дать инструкции, что делать в этой ситуации? Я точно понимаю, что это не можешь быть ты. Ну, ключ тебе обязаны выдать. Ты просто идешь к ментам и говоришь, я такой-то. Во-первых, дайте мне справку об утрате паспорта. Вот я заявляю вам, что он утрачен. А во-вторых, там моя квартира, и я хочу туда попасть. Посторонние лица поставили замок. Сделайте так, чтобы у меня был ключ. И с тобой...